В эти минуты в Москве проходит заседание Высшего Госсовета Союзного Государства. В нем принимает участие президент Беларуси. Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу сегодня. Начался визит с двусторонней встречи с президентом России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Была затронута и тема ситуации в Украине. Мы действительно в декабре прошлого года касались вместе с Казахстаном наших отношений больше в экономическом ключе. Мы расширили наш союз экономический, присоединились фактически Казахстан, Кыргызстан и Армения. Мы с вами обсуждали эти проблемы, встречаясь в Сочи. Тогда мы, конечно, как все знают, уделили большое внимание обсуждению проблем Украины. Тогда вам было с Порошенко принято решение о встрече в Минске нормандской четверки. Много было, знаете, многие язвили, шутили, но сегодня все убеждены в том, что это нужна была встреча, и те решения, которые были приняты вами президентами тогда, сегодня реализуются. Я вот только что в СМИ прошла информация о том, что Петр Порошенко подписал указ о создании Конституционной комиссии. Да. То есть начинается проработка Конституции, то, о чем вы говорили в Сочи. В рамках этого процесса можно решить все вопросы. Это большущий прорыв. Много было у нас бесед и в ту февральскую ночь, февральские события в Минске. Но сегодня, как вы сказали правильно, мы имеем возможность формализовать все наши разговоры, переговоры, приняв конкретное решение. Время непростое, во всем мире оно непростое, требует решений. Я думаю, мы с вами примем эти решения. Переговоры по традиции предваряют заседание Высшего Госсовета, ключевой темой которого станет экономика. Главы государства обсудят итоги торгово-экономического сотрудничества за прошедшие 2 года и приоритеты развития в будущем. Одним из основных вопросов станет союзный бюджет. Также в повестке дня подписание двусторонних документов. Все подробности встречи в наших следующих выпусках.